Привет, меня зовут Светлана, я из Белоруссии, и вот уже 6 лет я в Москве, постоянно обучаюсь. Вот очередное мое обучение Аль-Хиджама в Академии телесно-ориентированных практик Альфа-Топ. Основатель этой академии Олег Олаф Гудвин. Я очень благодарна этому человеку, что он меня пригласил на это обучение. Здесь я познакомилась также с Василием Ивановичем, вот, а также чудесный преподаватель Владимир Борисович, который кроме хиджама нам дал также знания по висцеральным практикам, по остеопатии. Ну, в общем-то, интересный очень преподаватель. Атмосфера теплая, дружная. Всем рекомендую, приходите, обучайтесь. Обучение длится недолго, день-два, как, смотря как управитесь. Но я думаю, что я буду практиковать, буду исцелять своих пациентов. Спасибо большое. Я, конечно, в самом начале, у меня руки тряслись, мне было довольно страшно. Я подошла, тем более мой друг лежал на столе, и мне надо было ему надрезать лезвием. У меня так руки... Но хорошо, что очень хорошая подача материала была, и Владимир Борисович сказал: «Вы не бойтесь, главное, делайте». Делайте, вы ничего плохого не сделаете. Но потом я успокоилась, и буквально на третьей баночке моя рука пошла ровно, спокойно. Что понравилось, что есть полный курс, 7 зон, которые надо обязательно проработать и, в общем-то, очистится кровеносная система, капиллярчики возобновятся. Но вообще хиджама, я так поняла, что от кучи заболеваний, в том числе женских, мужских заболеваний, особенно ко мне обращаются часто с проблемами живота, с проблемами простаты, с проблемами вообще венозными проблемами, то есть особенно варикоз у кого есть, то хиджама — это самое незаменимое средство, ну, от этих заболеваний. Приходите, обучайтесь в Альфа-Топ к Олегу Олафу Гудвину и его партнеру, преподавателю Владимиру Олеговичу, преподавателю по хиджаме. Владимиру Борисовичу Фафанову. Фафанов, да. Владимир Борисович Фафанов. Вот он сидит, он не хочет выходить. Очень скромный преподаватель. Но при этом очень уважаемый, извините, человек. Я не могу его сюда пригласить, вот он сидит, я не хочу фанфаров говорить, ничего такого. Вот. Спасибо, приходите на обучение. Пока. Спасибо.